Здравствуйте, это компания Viva Telecom, и мы продолжаем разбираться с проблемой +275. Проблема состоит в следующем, то есть на радиостанции с определенным чипом прямого преобразования Beacon BK4815 мы это выяснили. Так вот, если станция стоит в +275 кГц у нее несущая, то на передающей станции, если мы передаем на частоте ниже 275 кГц, ну, на 275, то станция открывается. Это было и у Retevis RA685, и у TYT 88 и 98 станции. Сейчас мы тогда, знаете, что сделаем? У Retevis была малая чувствительность по открытию этой проблемы, да? У TYT была приличная чувствительность, всего лишь 40 дБ была разница, поэтому сейчас я буду отходить на некоторое расстояние и смотреть, насколько актуальна данная проблема. То есть, влияет ли, ну, типичная ситуация, например, вы находитесь где-то в здании, и рядом с вами еще там охрана или какие-то другие структуры работают, и они смещены от вашего канала на 275 кГц. Так вот, на каком расстоянии вы эту проблему будете ощущать? Сейчас это проверим. И опять же предложим способы лечения этой проблемы, если она для вас актуальна, то есть большое количество рядом работающих станций, то лучше от этой проблемы, конечно, избавляться. О чем еще хочу сказать? Вот люди начали писать, что зачем вы об этой проблеме рассказали, я вот купил станции, и теперь я теперь знаю, что у меня есть такой недостаток. Так вот, мы против того, чтобы засовывать голову в песок и что-то скрывать, да. Естественно, если проблема обнаружена, ее нужно озвучивать, и ее нужно каким-то образом решать. Показуха, говорить о том, что все хорошо, или умалчивать о проблеме ни к чему хорошему не приводит. То есть, если вы в состоянии ее решить, и она решаема, то ее нужно решать, а не скрывать. Поэтому вот сейчас мы не только не стали скрывать, но и сняли специальный ролик по этому поводу, и теперь еще и поможем вам тогда, по нашему мнению, как эту проблему решить. Два варианта у меня есть. Люди, которые первый ролик смотрели, написали, что можно ширину канала изменить с 25 кГц по умолчанию на 12,5. Сейчас это проверим. И, естественно, проблему можно решить установкой поднесущих на прием и на передачу. То есть, чтобы ваша группа работала с определенной поднесущей, с аналоговой либо цифровой. Естественно, эта проблема тоже решится. Вот сейчас мы это дело и проверим, и продемонстрируем, как это работает. Давайте будем тогда изучать, на каком расстоянии будет влиять проблема +275 на станции. Я буду излучать вот с радиостанции Терек 322 на частоте 434-100. И, соответственно, здесь сдвиг +275 поставлен 434-375 на TYT 98 и на Retevis RA685. Расстояние буду передавать на ICOM. Ровно на 434, чтобы вы слышали, на какое расстояние я отошел. Так, канал пока широкий стоит на обеих станциях. Разница между частотой передачи несущей и здесь частотой приема +275 кГц, как и предполагается. Ну все, давайте я отхожу тогда и смотрим, на каком расстоянии будет срабатывать эта проблема. Расстояние 5 метров проверяем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Не, 10 метров. Расстояние 10 метров. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Расстояние 20 метров. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Расстояние 30 метров. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 30 метров. 1, 2, 3. 50 метров.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Так, смотрите, пытаемся решить тогда проблему. Я поставил сейчас ширину канала узкую, narrow. Это menu. В данном TYT 28 режим, то есть narrow либо wide. Ширина канала либо 12,5, либо 25 кГц. Вот ставлю narrow, видите, N горит. Пытаемся связываться, опять же, со смещением в 275 кГц. Смотрим. Раз, два, раз, два, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Ну, то есть станция открывается по-прежнему, то есть это панацеей не является. Теперь попробуем поставить поднесущие тогда. Ну, поднесущие, конечно, от проблемы избавит. Сейчас я поставлю, вам продемонстрирую. Смотрите, теперь на TYT поставлена поднесущая 69,3. Ну, неважно, аналоговая поднесущая на этой частоте. И смотрим, передаю со смещением минус 275, ну, в смысле, здесь плюс 275. Раз, два, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. То есть, видите, приемник загорается, раз, два, три. Но вы эту помеху, которая излучается на частоте 434 100, в данном случае, вы ее не слышите. То есть, видно, что кто-то работает, раз, два, раз, два, три. Вот, громкость полная, раз, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, три. Раз, два, раз, два, три, раз, два. Вот на этой, видите, ретевис принимает на близком расстоянии. Здесь же, если поднесущая стоит, то вы проблемы уже не слышите, по крайней мере. То есть прием включается, но слышать вы не будете ничего. Так, еще одна проверка. Теперь на нижнем диапазоне частот, есть ли это влияние. То есть на частоте терика я излучаю 145, ровно несущая здесь на ретейвисте 145-275 и на TYT тоже 145-275, смещение плюс 275, смотрим. Раз, два, раз, два, раз, два. То есть станции и в этом диапазоне также с этим смещением открываются, к сожалению. Ну, то есть проблема и для, по крайней мере, у этих моделей станции и для верхнего, и для нижнего диапазона существует. Так, ну что, давайте подведем тогда итоги. Ретейвис фактически можно из этого списка вычеркнуть, RA-685. Видите, на расстоянии там 10 метров уже проблемы нет, потому что мы в предыдущем ролике, я, кстати, ссылку дам на него в описании видео, и в том ролике, на второй ролик, и на первом ролике, в смысле, на втором ролике, на первый тоже дам ссылку. Чувствительность приема паразитного канала была невысокая, то есть там получилось 80 дБ разница между чувствительностью реальной на несущей и смещенной, да, чувствительностью. Поэтому и влияние этой проблемы с удалением в принципе нивелируется. То есть даже на 10 метров я уже отошел, ретейвис не открывается. А вот у TYT, у 98-го проблема существует. То есть я даже по зданию ушел на 50 метров, все равно станция открывается, как будто я рядом передаю с ней. Передавал я с терика, была мощность высокая на данном канале, ну то есть на несущей, смещенной в минус 275. Также мы проверили нижний диапазон частот, тоже проблема существует. То есть при смещении в 275 кГц станция открывается, что ретейвис, но опять же влияние незначительно, что TYT. По поводу решения проблемы, смены ширины канала, к сожалению, проблему не решает, все равно станция открывается, хоть 12,5 ширина канала, хоть 25 кГц. Но а поднесущую вы, да, вы можете поставить, и, соответственно, если кто-то смещен в минус 275 и передает на вашем канале, то станция, естественно, увидит, что канал занят, то есть индикатор приема загорится, но вы, так как установлена поднесущая, эту передачу не услышите. Ну, то есть голос вы не обнаружите на своем канале, паразитный вот этот. Соответственно, вот таким образом пока проблему можно решить. Если она вас беспокоит, то есть если вы работаете где-то в большом помещении, где куча рядом станций работает, и вот они в том числе смещены на 275 кГц, то так проблему решить можно. Если какие-то мы еще решения найдем дополнительно более простые, например, что не нужно там в меню или все станции перестраивать, чтобы поставить поднесущую, да,
мы тогда, ну, либо напишем в описании ролика или в комментарии закрепленном, либо тогда снимем отдельный ролик, если прямо, ну, будет что снимать по продолжительности. Все, на этом тогда закончим. Кому видео понравилось, подписывайтесь на канал. Всего вам доброго. Это Vivo Telecom. До свидания.